непонятно, кто за кто-то подпалил. Полиция приехала. Фуэго. Мама! Ай! Пока был ПВР, забежала мышка к людям в дом. Ужас какой-то. Ну, ай гату, но. А, келасти. Си ай гату, рапидо матом ратон. Nosotros gracias Dios que tenemos gato. А си? Siempre falta gato. Аргентина, но тины гранды бомберос, с чикитита бомберос, кому полиция. Porque poco fuego, por esto. No sé, en mi país, cuando fuego siempre бомберос, полиция, но trabajo, но. Acá sí. Пока шел огонь, мышки забежали в хату к одному мужчине. Тут живет семья, и забежала мышь, этот крыска. Ужас. Сбежали от огня. Все еще аталисты, парень.
полиция с каким-то бочком. Вот ведрами носят воду, что-то они. Сказали местные жители, что когда маленький огонь, то пишет полиция. Пожарники не пишут. У полиции еще работа, как у пожарников. По-моему, уже все потушили. Все. Небольшой пожарчик был. Полиция сработала хорошо, молодцы. И пожарчик потушили, все сделали. Помогают, вот, ведрами воду уносят. Уже почти потушили. Тут заброшенная железная дорога. Кто-то поджег. Молодцы полицейские, все потушили, все хорошо, слава Богу. Потушили, сейчас еще подожду, наверное, чтобы не было возгорания, потому что ветер сильный. Молодцы, короче. Все, закончили уже. Думала, что это полиция, а это бомберос. У них написано бомберос. Бомберос — это пожарники. То есть, когда маленький пожарчик, выезжают, наверное, такие маленькие пожарные машины. Но жители позвонили в полицию, а приехали бомберос. Бомберос — это пожарные. Только что-то маленькая у них машинка такая. Ну, наверное, с маленькой машинкой тоже ездят. Для нас это, конечно, непривычно. Я думала, что это полиция. А это нет, прошу прощения, это не полиция. Это пожарники такие здесь. Когда на более там большие возгорания, другая машина. Ну, я думаю, наверное, другая форма. А это маленькое возгорание, маленькая машинка и такие пожарные. Это пожарники. Прошу прощения еще раз. Хотя странно, что жители ближайшие говорят, что мы позвонили в полицию. То есть они не пожарникам позвонили, а в полицию.
Хотя тут есть номер отдельно для полиции, есть номер для пожарников. Вот. Есть как 911, то есть как бы общий, когда какие-то проблемы. Может быть, позвонили 911? Может быть, так? Ну, в общем, молодцы. Все уже затушили. Все хорошо. Единственное, что в одну семью крыска заскочила, как от огня спасаясь. Это да. Надо будет ему еще крыску это как-то вытравлять. А так все потушили.